Рыбу ловил. Покажи. Я пока, я в эфир вышел. А, да? Ну показывай, главное тебя не показывать. Нет. Если есть вопросы, спрашивайте. Потому что так проще всем ответить сразу, чем отвечать в комментариях. Красный, да? Да. Живодер? Это икра? Да. А что вы с рыбой делаете? Гречку. А что за рыба? Горбуша. А и то есть сама рыба, она не пользуется, да, такой? Да? Не пользуется. Я тебе потом объясню. Ну что, вчера было почти 100 человек в эфире, сейчас 10. Отлично. Рекорд, да? Уже 8, да. Ну, что вам показать? Я провел тщательный отбор, и прямо сейчас на лобное место зайдет мисс модель мира, вице-мисс планета. Офигеть. Вице-мисс планета. Что вам показать? Рядом тот, кого нельзя еще показывать. Привет, привет. Нет, не тяжело. Ну, вчера было 100 человек, сегодня еле 20 набирается. Вчера в это же время было. Давай, сейчас мы покажем девочку одну, может, добавится что-нибудь. Тебя нету еще. Я здесь. Кто эту девочку знает? У меня голова грязная. А, то есть с грязной никто не узнает, да? Ну что? Никто не узнает. А, какой-то парень тебе сердечки шлет. Почему тебе пишут парни? Тебе вообще, потому что тебя смотрят. А, да, кстати. У меня, видите, голова грязная. Да. Что-то нас ругаются. Он говорит, телефоны что типа взяли? А, в смысле, она сидела и не знала, да, что? Да, мы типа взяли, а она не знала. Ой, ребята. Может, вам не надо эти эфиры вообще? Что вы тут... Никто ничего не спрашивает. Вон, живем уж так вот, на камеры. Да, все строго. Эх, что-то все, походу, спят. Ладно. Ну, как дали телефон, так и вышел. Так что все. Пишите, кому интересно.